собрали свои палатки, шуруем дальше. Какая поверхность озера сегодня утром. Мусор. Где мусор? Вот покажи. Вывозим, доказательства, что мы забираем. Уже. Надо всем так снимать доказательства. И выкидывать, да, там где-нибудь на выходе. Сдавать. Кто сдаст, тот 100 тысяч получает. Да не будет, наверное. Ты что, кроме кофты, еще что-то собрался? Только кофту бери тогда. А? В чем проблема была по болоту пройтись? Ни в чем. Набрать и там где-то сбросить. Ни в чем. Данил, что ты куртку возьмешь? Наверх. А? Да, наверное. Там сейчас жарко будет уже, вот, чувствуешь? Может, не стоит, полегче, ничего у тебя нету? Нету. Леха, я еще вон там купался. Вместе впадения, видишь, где этот? Впадает же эта речка. Там прикольно по течению, короче, тебя относит вообще, блин. Поднимаемся выше вон туда. Гренское плато все в дымке. Здесь Ойнакуль.
спустились к пятому Арашанскому озеру Мускуль. Льда нету. Цвет такой мутный. Там вот пик Арашан. Хотим попробовать его осилить. Время 10:30. Запас есть. Либо хотя бы вот туда мы выйдем. Подожди, глянем. Запаса уже нету. Что там? Вообще брутальный, да, Леха, здесь? А что ты? На пятом озере купаться не будешь? Не, я простын был. Так это, запаса уже, считай, нету. Как это нету? Нажимайте, мы уже это... Вон туда, Леха, где вот между снежниками. Если поднимемся, норм будет. Можно туда не лезть, в принципе. Глянуть, что там за вид. Там вид, по-моему, откроется атомный. Там круче конкретно. Там минимум 2 часа, 3 часа. Это так кажется? Поднялись же. Дошли до озера Мускуль, пятое озеро. Арашанских озер. Льда нету на нем уже в августе. Сейчас хотим вот сзади меня, которая над моей головой вершина. Это пик Арашан. 3750 метров над уровнем моря. Вот попробуем туда подняться, если успеем. И эхо здесь офигенное. Арашаны! Вот это пик межозерный. 3,5. А это пик Арашан. 3750. Ну это проект «Мираж», ты должен 21 горное, высокогорное озеро посетить, и тебе сертификат дадут. Я уже их все посетил, все мы сертификаты. А ты Арашанское первое, оно как одно считается. Ты прикинь, 21 озер есть. Есть вообще покруче. И огромный. Посетим. Посетим. Желание будет, но до некоторых 7 дней надо идти. Закладывать маршрут занимает. 5 дней минимум. Что нам кабанам стоит? Ладно, давайте время. Не будем тянуть, успеем. Если дойдем, вот это будет достижение реально. Мы уже почти возле пика. Нам чуть-чуть только надо рывок сделать. За час на перевал это точно мы выйдем. Тем более, вон тут тропа, смотри, нахоженная какая. Пик межозерный. 3500. И озеро Мускуль. 3360 метров над уровнем моря. Представляете, выше, чем вершина Большого Чимгана, озеро находится. Там уже Кыргызстан за теми хребтами. И здесь вот налево перевал Даван, вдоль Даванцая. Вот такая ништяковая полянка для кемпинга за пиком межозерным, чуть-чуть выше над озером Мускуль. Просто марсианский пейзаж. Да? Скорее уж Властелин колец. Властелин колец? Можем не этот. Вот туда все. Ага. Это реально какой. Какое буйство цветочков. В таком месте неприветливом.
пик Арашан собственной персоной. 3750 метров. И там уже горная страна. Смотрите, какая. Но я тебе хочу сказать, мы хорошо идем. Мое расчетное время, если честно, было 12 часов, мы должны были выйти. На перевал, где вот этот, под озером, да, замерзающий Мускуй. А вышли в 11. Будет кто-нибудь даже раньше. О, квас это вещь. Под пиком Арашан находимся. Вот он. Озерный хребет вот этот. Данил совсем выбился из сил. Нам еще обратно идти. Вон к тому местечку, там перевал. Вот здесь сейчас мы на высоте 3600, 100 метров осталось. Данил внизу остался. Не пошел он штурмовать. Уже из сил выбился совсем. Корона. Арашан. Пик Арашан. Снизу как корона она выглядит, оказывается, вот вблизи. Что это такое? Леха, правее надо держаться. Здесь весь скалы не вылезем. Вот ходим по горе Арашан. Леха, мы сделали это. Сделали. На какую высоту взяли? Видно. Да. 3750. Пик Арашан. Мы даже не надеялись, что на этой высоте когда-нибудь окажемся. Но сегодня мы этого точно не планировали. Да. Нам сегодня Арашан подарок сделал. Хороший.
позволил зайти. Вот цирк, Данил внизу остался. У него мышцы забились уже. Ну, считай, он тоже дошел, чуть-чуть не осталось. Ну да, сколько? 250 метров где-то у него осталось набор высоты. Поднялись мы на пик, хорошо. С братаном. Братан, покажись. Привет. Вот такая тут верхотура. Крыша мира. Это доказательство, что мы здесь побывали. Вот там точка, Данил стоит внизу. Пришли он наш оттуда. За хребтом, да? Но. Вот так рождается вода в горах. Истоки Арашансая. Вот ледники тают остатки. И вот эта водичка течет. Та-да-да-да. Да-да-да-да. Че-че? Выхоренные по полной программе. Ну мы молодцы, че ты, блин, вообще четко, блин, такого. Данил, только осторожно на краю, ладно, стой. Вон там мы палатку разбивали, ну, ночевали. А где-то там заныкан. Цвет вообще нереальный, да, Леха?
Вот спустились к точке старта озера Айнакуль. Козы лазят. Возле машины. Иди туда. Вот он, Рошан. Я вам показывал исток его, как он рождается. И вот уже он тут течет. Чингул это, да? Ну, один из, да, тоже оттоков. Вот она, команда Уф. Поднялась на Арошан, пик Арошан, да? Молодцы. У нас непредвиденная поломка. Тормоза, короче, пропали. Теперь только на раздатке вот тормозим, едем. Что случилось, фиг его знает, понять не можем. Сейчас вот колесо открутим, посмотрим на колодке, в каком состоянии. Ступица тоже. Провода все четкие, да? Колодку потеряли по дороге. Тут уже мастерская выездная.